вот кто это, блядь? Киборг, блядь. Помноженный на вечность. Это какой-то терминатор, выбежавший из джунглей. Владимир Соловьев. Патриот всея Руси. Лицо российской пропаганды. Беспощадный истребитель либералов. Ведущий одиозных авторских телешоу, которые за глаза называют «Соловьиный помет». Однако, так было не всегда. Если у вас есть что сказать о персонаже, не стесняйтесь, напишите свое мнение в комментариях. Итак, с чего все начиналось? Жил на Филиппинах и занимался там бизнесом. Заводы меня, простите, там дискотечное оборудование делал. Я работал также в Ирландии, в Гонконге и в Сингапуре. Я не говорю про то, что они там выучили три молитвы и считают, что им все можно. Они, главное, чем считают, что они всю жизнь, прожившие в дерьме и в мерзости, имеют право тебе всем объяснять, как жить. Да вы посмотрите наших попов, у них лица такие, им так слушать не хочется. Фанатики. Мы что, живем православно? Православная страна, у нас такое количество детей сирот. Брошенных, отданных там не было после Великой Отечественной войны. Затем я глубоко убежден, что никакой корпоративной этики быть не должно. Что журналисты, как и депутаты, есть обязательства не друг перед другом, а только перед зрителями, только перед избирателями. Поэтому здесь речь даже не только и не столько о солидарности, сколько о нашей обязанности перед нашими зрителями сделать все возможное, чтобы у них было право выбора. Путин любит Родину. Не только ее прошлое, но и делает все возможное, чтобы мы все вместе могли гордиться настоящим и с надеждой глядеть в будущее. Каждый, кто поддерживает Путина, должен задать вопрос себе. Что делаю я, чтобы не подвести своего национального лидера? Путин верит в Россию и верит в себя. И мы верим в Россию и верим в себя. Кадры, как он поймал улетевший было со стола карандаш. Но карандаш поймал ловко. Так что надо отметить, реакцию прекрасно видно, что президент в отличной спортивной форме, и боевые искусства никуда не уходят. Что для вас пропаганда? Кратко так. Довольно дурацкая московская группа, которая поет строчку «Я спросил у лифта стоя, сколько сердце твое стоит». Ты можешь выбирать и можешь не выбирать. И не президенту Путину этого лишать. И Россия может либо быть великой, либо не быть вообще. И вот сегодня этот выбор сделан. Почему нельзя возвращать Крым? А почему Крым? Крым бандеровцам не отдадим. Почему не Финляндию? Финляндию отдал Владимир Ильич Ленин. Она тоже была наша. А почему не Польшу? Она перешла после раздела, который был. А почему не Среднеазиатские республики? Грузию и Армению? Почему мы согласились с разделом 91 года? Ну, давайте вообще себе соберем Русскую империю в границах, скажем, 1905 года. С какого момента истории мы будем считать, что можно, что нельзя? Вот какой момент мы устанавливаем? Если мы говорим, мы устанавливаем момент, когда был Хрущев, почему Хрущев? Почему не другие? Это же основной вопрос, который всегда возникает. Когда мы говорим, а вот давайте, Хрущев отдал, мы присоединим, но Хрущев же отдал абсолютно легитимно. Были законодательные акты. Он это сделал на основании определенных документов. Вот для меня то, что сегодня произошло, это то, что Россия не постеснялась открыто заявить. Мы никогда не будем Лихтенштейном, мы не будем маленькой европейской страной, мы не будем выбирать путь, который вы нам пытаетесь навязать. Мы – великая Россия. Крымчане как раз против. Потому что крымские татары вообще хотят у себя там уже строить такое общество, которое нам сильно не понравится. Там уже давно, тем более, когда мы говорим о Крыме, там вообще много вопросов. Мы Крым завоевали. Мы Крым завоевали, это известно было покорение, оторвали там у крымского ханства. Ну, там много чего было. Поэтому это вопрос, с какого момента вы считаете. Жалко Крым, жалко. Этот день мы приближали как могли. Крым и Севастополь снова в составе России. Это ваше победобесие. Потому что иначе мы все время говорим, а ну быстро к нам. А если нет, мы тебя сейчас в харю дадим. Быстро кому сказал любить? Любить отсюда! Ну кто ж такого любить будет? Ведь ужас в том, что каждый год выпускают любое учебное заведение, ну многие учебные заведения, дикое количество журналистов. Но попадает в ящик, становится известным, что это единица. Почему? Что их отличает? Врожденные хамства, ну, зачастую есть и простые ответы.
Конечно, тоже так. Знаете, я вам так скажу, никакой войны России с Украиной никогда не будет, потому что любой человек, который на полном серьезе попытается осуществить такого рода акт, является преступником, притом я не могу себе представить, какого размера. В Украине живут братские нам абсолютно по духу, по крови, по общей истории люди, война с которыми является самым страшным преступлением, которое все может только придумать. Мы 100 раз с вами говорили, русские войны не начинают. Но война это с кем? Мы не с украинцами воюем. Это значит война. Вы хотите воевать с Украиной? Сколько украинских и русских жизней предлагаете их уничтожить? Вот мы туда войдем и скажем что? Давайте их всех уничтожим. Мы переходим в контрнаступление, которое идет через захваченную Украину. Захваченную нацистами. Мы используем ту тактику, которую отработали в Сирии. Мы быстро обходим крупные населенные пункты, их окружаем, разбираем дальше внутри ракетными ударами важные военные инфраструктуры, военные заводы. А лет через 30 их дети, когда прочитают об этой истории в учебниках новых демократов, скажут, что же ты папа и что же ты мама. И будет безумно стыдно, но будет поздно. Это, конечно, ничего... Ничего не значит. Ну, то есть, понятно, осуждение. Но мы к этому привыкли. Нас вообще-то всегда осуждали. Нас будут ненавидеть, Запад ненавидеть долго, а войну не выиграть или там не завершить эту операцию заявленными целями мы просто не можем. Потому что в конечном итоге приведет иначе к гибели самой России. Да. То есть Россия не может себе позволить не выполнить то, что сказал ее президент. Все-таки люди ответственные, когда говорят то, что президент пару дней до этого говорил, говорят противоположное то, что он говорил, это опять-таки вызывает вопрос, а что там происходит? Настроение тяжелое. Ты сейчас меня своим пессимизмом совсем в грусть вгоняешь. Гражданские не виноваты. Они сидят в подвалах. И дальше что? Дальше что? Не входя в город, город взять нельзя. То есть вы против власти работаете? Вы типа за правду, что ли? Кто ваш хозяин? А если кто-то считает, что для него закон не писан, вынужден будет столкнуться со всем прекрасно действующим, справедливым механизмом вразумления. Телевидение, как и радио, это профессия. Ведь никогда ничего не бывает случайно. Если я почему-то дико наезжаю на радио, начинаю кому-то, как кому-то кажется, хамить, грубить, это же все не случайно. Это все технология. Радио всегда фон. И вдруг в этот фон ты должен ворваться, поэтому ты должен вдруг неожиданно кого-то наехать. То есть ты все время дергаешь эмоции человека. Ты зачастую на один и тот же вопрос даешь регулярно разные ответы. Это технология. Притом трагедия стоит в том, что ты же четко просчитываешь. К каждому эфиру надо готовиться. Не бывает ничего случайного. То есть я там иногда просто объясняю людям, как идет рисунок эфира. Вот куда я вывожу, где будет эмоциональная точка, почему именно так. То есть, конечно, это чистейшей воды манипуляция. Но это все просчитывается, так же, как и на телевидении. Это профессия. Со Сталином на 9 мая. У вас ходят с Бандерой и с нацистскими символами. Потому что Бандера боролся со сталинизмом. Кому ты врешь? На стороне Гитлера он боролся. Получается, вы, нет, сволочи, во Львове. Пшел вон отсюда. Свободен. Там вот иди где-нибудь в сортире, там расскажи кому-нибудь, в унитаз покричи. Каков твой генетический код? Вы так меня боитесь? Вам так страшно? Или что, украинские модераторы, сидящие на зоне, относящиеся к Российской Федерации Ютуба, делают все возможное, чтобы Навальный и прочие либерастня выполняла политические задачи якобы не на политическом Ютубе? Журналист всегда независимый человек, тем более журналисты новой формации. Поэтому я требую уважения к нашей профессии, уважения к нашим коллегам. Хрены с горы, псевдожурналисты, жалкие шавки, обслуживающие Ходора. Кровавые деньги вас так привлекают? Книга называется «Евангелие от Соловьева». Почему называется «Евангелие от Соловьева»? Расскажите. Потому что книга написана от лица демона. Евангелие она, потому что она благая весть для демона, которым является приход Антихриста. В этой книге есть два демона. Первый демон – это Владимир Соловьев, второй демон – это Билл Гейтс. Угу. И они служат Антихристу. И когда вы грозите России очередными санкциями,
В задницу себе их засуньте. Выходит пан Соловьев и каже. Недвижимость за границей. И вам совет, если можете себе позволить. Это дешевле, чем покупать дачу где-нибудь у нас на берегу какого-нибудь нашего теплого моря. Він купив дачу, і вам советуют недвижимость за границей купить. Господина Соловьева росіянам купувати нерухомість за кордоном, вона тупа. Ну, в тому плані він то собі накупив ті нерухомості. Але ж ми знаємо, що пан Соловьев потрапив під санкції. Ну, що ж поділать? Не пропадать же участку добру вот этому замечательному. Ми решили устроить здесь небольшой пикничок. То у них отбираются вот эти накопленные непосильным трудом два коттеджа на острове Кома. Помните этого в Соловьевске? Вот представьте себе, да, человек получил карму прямо сейчас. Вот он бумеранг получил не когда-то после, не после Гааги, который он тоже будет, да, отсиживать, а прямо сейчас ему прилетело. Он всю жизнь, вот человек выходил, врал, нес страшные вещи с экрана, но он тихенько мечтал о том, что он потом уедет на свое на озеро Кома и будет там, значит, в этом коттедже доживать вместе со своими многочисленными потомками. И вот сейчас, прямо сейчас, прямо сейчас он остался голый и босый вот с этим своим вот соловьиным пением, да, которое каждый вечер. Вот и все. Зачем это мне? Ну, я-то тут при чем? Ну, действительно, ну, казалось бы, ну, при чем тут я? Что вы ко мне все пристали? У меня была прекрасная жизнь, у меня было все хорошо. Зачем вот мне сейчас это все? Да, я мог ездить в Европу, у кого-то, как у меня, была там недвижимость. То есть возникает базовый вопрос, зачем мне это все? Почему я не могу сейчас взять и воспользоваться, там, не знаю, Apple Pay, Google Pay? Почему я не могу полететь, куда хочу? Почему я смотрю, как нас ненавидят сейчас во всем мире? И ты невольно задаешься вопрос, ну, подождите, ну, как же так? Ну, что же это происходит? Неужели этого нельзя было избежать? Смерть ворогам? До Хайль Гитлера дарётесь! Keine Drogen, das ist und eins Agenten, nicht smittischen, drogenischen Opposition, Führer! Потому что его шавки это орали. Или вы в Германии именно этого хотите? Смотрите всюду и подписывайтесь. Не дадим врагам загасить голос правды.